наш первый урок бального танца после огромного перерыва. Внимание! Они вышли на танцпол, включили музыку и снова вернулись в школьные годы, когда не было больных спин, слабых коленей, а были такие же молодые партнеры и партнерши. И руководила балом Валентина Чибисова. Третья женщина в моей жизни, которая меня создала. Первая мама, вторая первая учительница, а третья Валентина Тимофеевна. Одна дала жизнь, вторая – знания, а третья – уверенность, силу и, наверное, так. Десятки лет назад Валентина Чибисова стала создателем и руководителем ансамбля «Орлея». С него начинается вся танцевальная история Орловщины. Были времена, когда в группе было 200 человек. Группа приходила на занятия в этот зал, там 200 человек. И группа была не одна. Приходили сотни, но оставались далеко не все. И не все из оставшихся повторили профессиональный путь учительницы. Преподавать тяжелый труд, комментирует Валентина, особенно если предмет обучения – танец. Можно научить, как машину двигать ногами, руками, но это будет мертвая, бессердечная машина. А танец – это жизнь, танцу душа. В каждого из своих учеников Валентина вложила не только танцевальные навыки, но и моральные качества. Она очень любила детей, она их делала другими. То есть она пробуждала в них самые лучшие их качества. Татьяна Полякова попала под крыло Валентины еще во время второго набора учеников. С тех пор прошло уже много лет. Валентина Чибисова воспитала не одно поколение танцоров, в том числе руками бывших учеников, продолживших ее дело. Можно сказать, что Валентина стоит во главе генеалогического древа танцевального орла. За эти годы оно разрослось и на другие регионы страны. Я занимался у ученика Валентины Тимофеевны. Это было в Ставропольском крае. И я когда приехал и рассказал, что я учился вот у Николая, она говорит, это наш выпускник, мне показали фотографии, где он выступал именно в «Орлее» еще, в ансамбле непосредственно. Уже не просто ученики, друзья Валентины не упустили возможность поздравить учительницу с 85-летием. Юбилей превратился в вечер танцев и букетов. С организацией мероприятия помог банкетный зал «Орбита». Ирина Титова, Сергей Сергеев, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».